Гой, 100 рублей. Привет, Марго, поясни, пожалуйста, почему Илон Маск хуесос? Ну, я не знаю, ну, типа, а что он сделал-то такого охуенного? То есть, что такого пиздатого вот у него из достижений? То, что он купил на раннем этапе успешный проект, PayPal, на этом поднял денег, это типа, он гений теперь. И поэтому он разбирается в воздухоплавании, в чем там. Ну, типа, по-моему, срань какая-то. Не знаю. Он не высрал PayPal, он его купил на раннем этапе, чувак. Это не, ну, другое. Не, да не делал он PayPal. И соглашусь, Маск гений. Он хуярил, он курил косяк у Джо Рогана. А еще он дал охуенное имя сыну и обрек его на травлю в школе. Ничем не великий человек. Ну вот видишь. Да. А еще он всерьез рассуждает на тему того, что мы живем в симуляции. Причем пользуясь самой мудацкой формой этой философской позиции. Гений. Фуко, 100 рублей. Сейчас заказал пиццу, буду сидеть, жрать и дальше проходить диско Элизиум. А Илон Маск охуенный. Не то что ты, чмо позорное. Спасибо за 100 рублей. Виталик, 100 рублей. А какой у тебя аргумент против теории Маска о том, что мы живем в симуляции? Записываю в тетрадку, потом буду выебываться перед быдлом. Неоднократно говорил уже, то есть позиция Маска, она такая же, как и у Бострома. Значит, что... Вот мы умеем делать симуляции на компьютерах. И с каждым годом или каждые 10 лет у нас эта возможность, она все улучшается и улучшается. Мы компьютерные игры делаем, виртуальные реальности и так далее. И из этого следует, что в конечном итоге, да, то есть если это все развить, то можно будет сделать симуляцию, неотличимую от реальной жизни, а следовательно, мы не можем определить, живем мы уже в этой симуляции или нет. Но позвольте. Если мы не можем определить, живем мы в этой симуляции или нет, то откуда мы знаем, что мы умеем делать все эти симуляции? Что за ебаный бред, блять? То есть, иными словами, сначала Бостром, а след за ним и Маск, говорят, что вот мы из эмпирического опыта знаем, что мы умеем делать компьютерные игры, бла-бла-бла, там сосем хуй, блять, жрем говно и так далее. Вот. А потом говорит, а может быть весь наш опыт это пиздоболие и симуляция? Но если весь наш опыт пиздоболие и симуляция, то получается ты не можешь опираться на наш опыт, говоря, что мы можем компьютерные игры делать. Получается, мы... Если мы в симуляции, если мы находимся в симуляции, то каждый раз, когда мы делаем компьютерную игру, ну, мы это сами себе воображаем, мы ее не делаем. На самом деле. А значит, вот это индуктивное подкрепление того, что мы можем создавать иллюзии сами, оно ложно, потому что оно происходит внутри иллюзии. А из этого уже следует, что за неимением подкрепления тезиса о том, что мы живем в симуляции, мы не живем в симуляции, понимаешь? То есть, таким образом, так же, как и любая концепция великого злого гения, там, симуляции, матрицы. Эта симуляция отрицает саму себя. То есть, если мы живем в симуляции, то мы в ней не живем. То есть, так же, как гораздо более простая форма, значит, гораздо более простая аргументация. То есть, часто люди говорят, типа, хуяк, мы живем в матрице. Да? То есть, даже не как Илон Маск, а вот гораздо проще. Ну просто, блядь, мы в матрице живем, типа, и все. Все ложно, все иллюзия. Но позвольте, если все вокруг иллюзия, значит, все твои утверждения об окружающем мире, да, все твои утверждения о твоем опыте, или все твои утверждения, базирующиеся на твоем опыте, ложны. Потому что в противном случае это не симуляция. Симуляция подразумевает ложность. То есть вот. У меня в руках стакан, потому что я чувствую, что у меня в руках стакан.
Если я в симуляции, это утверждение может быть только ложным, оно не может быть истинным. Иначе это не симуляция, не матрица. Даже если окажется по совпадению, что и в симуляции есть стакан, и за пределами симуляции есть и стакан, и рука, и все остальное, все равно утверждение о том, что я считаю, что у меня в руках стакан, потому что у меня в руках стакан, ложно. Даже если оно по совпадению оказывается поверхностно соответствующим реальности, оно все равно ложно. Да, то есть даже если утверждение «у меня в руке стакан» по совпадению соответствует реальности, все равно утверждение о том, что у меня в руке, я считаю, что у меня в руке стакан из-за того, что у меня в руке стакан, ложно. Потому что я считаю, что у меня в руке стакан не из-за того, что у меня в руке стакан, а из-за того, что я нахожусь в иллюзии, которая заставляет меня считать, что у меня в руке стакан, да, вне зависимости от того, есть ли у меня стакан в руке или нет. Если вы этого не поняли, вы тупой. Просто слишком тупой. Вам не нужно заниматься философией вообще. Идите на завод. Потому что это очень простые вещи. Это введение в философию буквально. Это философия 1.0.1. То есть это даже проще, чем рассуждение о философии Декарта. Рассуждение о первой философии Декарта. То есть если это было сейчас непонятно, занимайтесь чем-нибудь другим принципиально. То есть, ну там, Илон Маск, там, Тесла, какой-нибудь такой хуйней. Значит, то есть есть разница между полаганием, есть разница между полаганием того, что у меня в руке стакан, и полаганием того, что я полагаю, что у меня в руке стакан из-за того, что у меня в руке стакан. Понимаете? И в этом разница между симуляцией и несимуляцией. В том числе. Потому что без симуляции я полагаю, что у меня в руке стакан, и это вызвано чем? Это вызвано тем, что у меня в руке стакан. Симуляции нет. Если я полагаю, что у меня в руке стакан не из-за того, что у меня в руке стакан, то это иллюзия. И если такие иллюзии происходят в 10 случаях из 10, то я живу в симуляции. Так вот, если мы берем все утверждения, да, которые ложные, все утверждения, основанные на опыте, которые ложны, то среди этих утверждений мы неизбежно находим утверждение о том, что иногда наш опыт нас обманывает. Ну, то есть, как в случае с тем, что у меня рука уменьшается, когда я ее от глаз отдаляю и так далее. То есть солнце, это луна размером с пятак и так далее. То есть это наши чувства, нас обманывающие, да? И на основе этих чувств мы формируем утверждение о том, что, может быть, мы находимся в симуляции. Но позвольте, это утверждение, основанное на наших на наших чувствах, на нашей перцепции. На наших ощущениях. А мы уже установили, что в симуляции все утверждения, основанные на нашей перцепции, ложны. Получается утверждение о том, что я считаю, что я нахожусь в симуляции из-за того, что вот есть такой-то, такой-то опыт и так далее, оно тоже ложно. Потому что ты можешь считать, что ты находясь в симуляции, ты можешь считать, что ты находишься в симуляции только в результате этой симуляции. То есть, основываясь ни на чем, основываясь на том, что это тебе там нашептали там демоны, там агент Смит и так далее. То есть, получается, это как минимум сомнительно, но если мы не признаем, что у нас бывает, есть такой эпистемический статус утверждений, что-нибудь сомнительное, да? Ну, они бывают либо истинными, либо ложными. То, ну, ложно, бля, получай. Ну, не истина же. Если истина, докажи. Доказать нельзя, значит, ложно. Все, мы не живем в симуляции. Такие дела.
Йозенбаух, 777, 100 рублей. Как же ты заебал? Что на канале Каргина делает Калова уберчмошный швайно-анаконтный петух? Спасибо за 100 рублей. Я осуждаю. Имеется в виду птица. Имеется в виду птица. Это вообще анаконтный петух, а точнее василиск. Такое мифическое животное. Рэнди, 100 рублей. Я так понял, ты за Евгенику? Нет, конечно. Почему тогда против абортов? А кто сказал, что я против абортов? Или такая Евгеника тебя не устраивает? Чувак, ты, видимо, дурачок, раз ты не понимаешь мою позицию по абортам. Посмотри список моих аргументов про аборты. Вот. И попробуй понять, что я говорю. То есть слушайся. Я понимаю, это тяжело. Хочется какать, хочется кричать и так далее. Но все-таки, ну, потрудись. Чуть-чуть. Вассерман, 100 рублей. Здравствуйте, Анатолий. Как вам моя футболка, заправленная в трусы? Думаю, вы теперь осознали коммунизм на пра... Ну смотри, на самом деле я иногда заправляю рубашку в трусы. Если я слишком много поел, и резинка от трусов начинает давить на живот, я заправляю в трусы рубашку, и как бы рубашка смягчает давление резинки. Вот. Так что это вполне действенная вещь. Борис Андреевич, 100 рублей. Здравствуйте, Толя. Узнал о вас из репортажа на телевидении. За 2 недели посмотрел почти все ваши видео на YouTube. Первый раз присутствую на вашем прямом эфире, так называемом стриме. Многие ваши идеи хоть и вызывают у меня глубокое возмущение, но с какими-то и согласен. Ну, вы понимаете, что дальше будет, да? Как христианин хочу поинтересоваться, что вы думаете о проблеме абортов. Аборты охуенно, заебись. Почему-то сказал, что если доказать, что мы в симуляции нельзя, значит, это ложно. Доказать, что богов нету, я этого не говорил. А. Нет, я не это сказал, переслушай. Илон Маск, 100 рублей. Не пойму, почему твою аргументацию против симуляции нельзя использовать против идеи о сотворении нашего мира богами. В чем принципиальная разница для внутреннего наблюдателя между миром, созданным программистами, и миром, созданным богами? Ну, можно, наверное. Что дальше? Просто еще такой момент есть, что если теорию про симуляцию... ее как-то расширять, да, и расширять, скажем, и семантический диапазон, да, то за симуляцию можно посчитать вот что. Симуляция есть. В каком смысле? В том смысле, что вся реальность, весь твой опыт, он детерминирован изначально миллионами лет твоей эволюции. То есть вот этот вот демон, про который говорит Декарт, он есть. Этот демон, это эволюция посредством естественного отбора, на кончике которой ты находишься. Вот. Ну, живи теперь с этим. То есть жопой вилять тут как угодно можно, на самом деле. Это философия, чувак, она вся такая. Не буду это зачитывать, я против наркотиков. Спасибо за 100 рублей. Иоанн со Станы, 100 рублей. Что можешь сказать про Дурова и его проекта? Ну, скажем так, его собрат-сионист Цукерберг сделал Facebook, фронт и бэк-часть которого, ну, просто сосут по сравнению с ВК. Да и та же телега с двойной аутентификацией и ее системой шифрования – лучший аналог WhatsApp. На мой взгляд, Дуров гораздо более интересный предприниматель, чем тот же Илон Маск. Потому что Илон Маск нихуя, блядь, не сделал за свою сраную жизнь. А Дуров, как бы, слепил контач, который действительно каким-то образом... Это, конечно, все спизжено с Фейсбука, но он круче Фейсбука. То есть, ну, Фейсбук, он типа... Ну, это не рабочее говно. А контач, это типа, ну, реально свет. Просто с интуитивным интерфейсом. Всегда был причем. То есть он сразу как был в идеальном виде высран. То есть я в 2011, по-моему, контачом начал. Не 11-м, 8-м, бля. Не, каком? В 2011 я в Стиме, блядь, только зарегился. В контаче я, блядь, 7-го где-то года, нахуй. Да. Да, ну то есть я как в 2007-м, блядь, в контаче зарегистрировался.
Там так и был интерфейс пизже всего, что было. Telegram, в принципе, тоже заебись платформа. Ну, как бы... Rub himself, 500 рублей. Facebook как бы и не должен быть для тебя удобным. Он должен быть удобным для того, чтобы тебе рекламу показывать. Он все-таки о том, чтобы деньги зарабатывать. А дуров реально поехавший. Не, ну, типа, понятно, что он для того, чтобы деньги зарабатывать, но, на мой взгляд, если бы платформа была удобная, юзеров было бы больше, и денег бы она зарабатывала тоже больше. Просто, ну, людям, которые дизайнерили ебаный Facebook, просто насрать. В том числе им насрать на то, сколько денег они с него получают. У меня, кстати, есть подозрение, что Facebook светится в темноте, и поэтому им похуй на самом деле на откаты с реклам. Иоанн со Станы, 100 рублей. Помню, был тейк от ФСБ с подпиткой Роскомнадзора, то, что телега являлась платформой для обеспечения коммуникации для теракта террористов запрещенной в России организации. Дуров же ответил то, что если бы террористы искали другой мессенджер, они бы общались и не в телеге. Окей, спасибо за 100 рублей. Ну, кстати, Фури за Афилы тоже через телегу коммуницировали друг с другом. Что значит светиться в темноте? Это значит сотрудничает со спецслужбами. Либо просто является их креатурой. Хотя, конечно, ну мы понимаем, какой мой любимый персонаж в The Boys. Больше я вам ничего не скажу. Лучший друг твоей подруги, 100 рублей. Еще мы в симуляции, в смысле, что каждый мозг это компьютер. Есть режим сетевой игры, это наша жизнь. Обмен пакетами не по проводам или 4G, а через органы чувств. Сервер, планета Земля и космос. Еще можно шпилиться локально, видеть сны, фантазировать и т.п. Железо и часть софта детерминированной эволюции. Другая часть социумом и культурой. Куй тати, социум и культура детерминированы генами, блядь. Куй тати, все. PayPal, Zip2, Tesla, Neuralink, SpaceX, Solio... Чувак, как бы... PayPal не он сделал. SpaceX, что такое, блядь, SpaceX? Вот что из себя представляет SpaceX? Результаты какие-то есть? SpaceX это тупо усранные деньги, блядь. Блять, в никуда. За просто так, по приколу. Чувак с жиру бесится. Это типа не бизнес-проект. То есть то, что у чувака гигантский стартовый капитал, он его проебывает на хуйню. И это не делает его охуенным, блять, бизнесменом. Я молчу про, блять, как бы инвестиции, которые он к этой хуйне привлек. В частности, и государственные деньги. Да? То есть даже если бы это типа не был просёр чужих денег в том числе. Ну, где результат-то этой хуйни? Это все равно, что самому себе памятник нахуй блядь, поставить. Ну, заебись, рад за него. Что теперь все отсасывать у него должны? Это не проект какой-то, блядь. Это типа... Это меня в SpaceX впечатляет гораздо меньше, чем Telegram. Просто у Гуев, у них какая-то хуйня в голове, что если на что-то усрано дохуя денег, значит, богато, блядь! Богато, SpaceX, это ж, блядь, это не каждый может, это ж, блядь, миллиарды нахуй надо, блядь, у убитых енотов, нахуй. Блядь, это ж богато, велико, блядь, ой, ебать, это ж, блядь, SpaceX, это ж, блядь, ну, типа, не каждому, блядь, дано. Да, да, охуенно, да, заебись. Да, заебись. Ну, то есть... Более дешевые запуски чего-то в космос. И что? И что? Где исследовательский проект? То есть они образцы какие-то, блядь, будут брать там с Марса. Что, блядь? Там проект, чтобы запустить какую-то хуйню в космос. Вы понимаете, что, типа, ну... Вы не понимаете, что это юзлес абсолютно? Оно и в первый раз нихуя никому не дало, блядь. Кроме кучи голодных совков, блядь. Нет? Типа, я вообще просто... Я просто думал, это очевидно, что это нахуй никому не нужно, блядь. Это даже когда, блядь, Гагарина запустили, это были понты, блядь, бесполезные абсолютно. Это и сейчас хуйня полная, блядь. Вы о чем? Вам, бля, реально, типа, это объяснить как-то...
Непонятно, что ли? А спутники в космос как заплывают? А мы не умеем, что ли? Высадка на Луну тоже понты. Ну а что мы получили с высадки на Луну? Маск это делает в два раза дешевле конкурентов. Повторюсь, что было продуктивного сделано SpaceX? Чё они, блядь, делают нахуй в SpaceX? Кроме того, что по приколу запуляют хуйню в космос. Это понты, блядь. Ну, я не знаю, для меня SpaceX выглядит реально как, ну, типа вот... памятник Туркменбаши, который, блядь, на солнце смотрит, золотой поворачивается такой. То есть вот это, то есть это, ну, такого типа хуета. То есть, ну, окей, то есть я... Ну, я рад, что у чувака получилось какую-то свою, блядь, всратую детскую мечту организовать про полеты у космос. Заебись. Но, типа, чё в этом пиздатого-то? То есть там исследовательский проект какой-то охуенный или что там? Запустили 4 космонавтов на орбиту. В смысле, раньше не было 4 космонавтов, блядь, на орбите Земли? Их, блядь, на МКС уже дохуя. Как бы. Типа вы о чем? Раньше по 3 запускали, а теперь 4. А-а-а. Окей. Не, ну прогресс. Велико. Ну, типа, чё, и все? Я чат читаю, если что. Про проект со спутниковым интернетом чё скажешь? Ну, пока его нет, ни в каком виде. То есть, пока что спутниковый интернет как был, блядь, 10 мегабит в секунду, так и есть. Это если повезет. В смысле, в первый раз ничего не дало? Ну, что-то дало, блядь. Ну, побочную хуйню дало. То есть, межконтинентальные баллистические ракеты, это все равно, что сказать. Ну, блядь, полетели на Луну, в итоге у нас сковородки тефлоновые есть. Ну, цель-то не в этом была, правильно? Луну-то так и не колонизовали в итоге. Ресурсы тоже там не добываем ни в каком виде. Ну, ничего не происходит из того, что должно было. Дурачок, хватит пытаться завоевать популярность у долбоёбов, хуесосе мейнстримные вещи типа SpaceX. О, у Гоя разорвало жопу, блядь. Если ты не понимаешь, почему важно уменьшать стоимость полета в космос, у тебя череп неправильной формы. Нет, у тебя неправильной формы, Илон Маск гений. Ну-ка, докажет, докажет, блядь. Да, да, охуенно. Заебись, это и Тесла охуенный автомобиль, да, да, охуенно, полетели, чувак, единственный SpaceX, который сейчас был запущен в космос, это твоя жопа, блядь, школьничья, куй тати. Пишет, вот аргументы пошли. Аргумент, Марго. Да. Это у меня аргументы плохие. Это не у тебя жопа разорвалась, блядь. SpaceX 100 рублей. Мамку твою в космос запустили. Да. Спасибо за 100 рублей. ЕН, 100 рублей. Главное говорить, что у собеседника жопа разорвалась, так победим. Блять, ну так разорвалась же, блять. Ну типа разорвалась же, нахуй, ёпта. Причем пиздец как разорвалась. И это нездорово. Это абсолютно нездорово. То есть то, что у вас из-за критики чужих денежных инвестиций так разрывается срака, это, блядь, нихуя не здорово. Так быть не должно. Ожидание. Философский стрим.
Сейчас будет аргументированный спор. Реальность. Дядя, SpaceX охуенно. Тесла, заебись автомобиль. Угой в жопу порвалась. Парень, 100 рублей. Ты просто завидуешь, что у кого-то больше денег, чем у тебя. А маску Рогана дурь курил. Да. Да, нет, мы с Джонни Деппом еще как бы. Установим справедливость историческую. Анатолий, 100 рублей. Ну, ты сказал, конечно. А как же Apollo компьютер, разработанный в MTI? MIT, наверное. А как же производные от него в виде микроэлектроники и сверхпроводниках? От миссии на Луну ты видишь мир таким, как он есть. Мне продолжать? Эй, жопа разорвалась, блять, угоя нахуй. Блять, друг крутой, а тебя жопа разорвалась, сука. Блять. Биболя би. Биболя бидолока, спасибо за подписку. Первая твоя подписка, но не первый твой стрим, по всей видимости. Спасибо, спасибо. У меня аутизм. Спасибо за подписку. Первая твоя подписка, спасибо, топич. Парень, 100 рублей. Бля, чувак, этот усатый долбоёб антипрогрессивист. Аргументы за прогресс не катят, успокойся. Не-не-не-не, вы продолжайте, продолжайте. SpaceX, 100 рублей. Маргинал, ты можешь объяснить мне, что такое двойная симуляция? Я не знаю, что это за хуйня. Что такое двойная симуляция? Симуляция, которая двойная. Так...